Около 2000 бесплатных масок раздали в общественном транспорте в Твери в ходе акции, прошедшей на минувших выходных. Средства индивидуальной защиты раздавали контролеры в автобусах при проверке оплаты проезда. Напомним, что с 21 октября в подвижном парке транспорта Верхней Волжи проводятся рейды с участием полиции с целью контроля соблюдения масочного режима. Если пассажир находится в общественном транспорте без маски, ему будет выписан штраф в размере от 1000 рублей в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Проверки будут проводиться ежедневно в течение месяца. В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа будут использованы записи с камер видеонаблюдения, размещенных в салоне.